Так, друзья, всех приветствую на своем канале. Смотрите, фредлайнер, экономочка, Колумбия 2002 года, мотор Detroit 500 сильный автомобиль, мы сами прошили его. Так, первый легкий душ, автомобиль уже принял. Вот такой уже, знаете, когда машина только помоет, аж приятно на него смотреть. Все ремонты, все мазуты, ремонт, все смылость, все работы, скажем, все пятна, короче, смылись, что я могу сказать. Вот такой вот автомобиль получается, экономочка на финиш. Еще мелочевка есть сейчас. Так, приятный на вид, красивый, вполне работает хорошо, тянет офигенно мотор, мне нравится, как работает. По двигателю пока вопросов нету, так что вот так вот. Ну все, первый душ приняли, поехали дальше заниматься мелочевкой, салоном и так далее. Ну все. Смотрю, техосмотр прохожу. Осмотр, техосмотр прошли. Едем на экономочке. Так. Ускоряется как самолет. 500 сил прошитый. Смотрите. Получается, у него кабина 2,10 высотой внутри. Видите, какие шкафчики здесь. В общем, вот так. Прикольный салон, кстати. Так что так, едем дальше. Так, покажу диагностику форсунок. Поехали. Форсунок, поехали. Итак, друзья, смотрите, фредлайнер Колумбия, экономочка у нас в наличии. Сейчас подойду, покажу, что это за автомобиль у нас. Итак, кстати, смотрите, вот эта Volvo тоже в продаже у нас получается. На этой Volvo Detroit двигатель
12.7 контракт мы уже поставили. Также перебрали сзади всю ходовку. Полностью перебрал. Ну, скажем, потихоньку работа не идет. Это что по Вольве. Ну, в общем, вот так. Тоже эта машина, в общем, у нас в наличии. Пока тоже без клиента. Вот такой вот автомобиль. Ходовка вся сделана, мотор контрактный. Ну, давайте перейдем к нашему Фреду. Так, смотрите. Вот он, Фредик наш стоит. Это у нас, смотрите, это у нас экономочка. Такой вот внешний вид. Сейчас покажу салон, наверное, да? По технической части покажу. Смотрите, это машина экономка, сразу говорю. Повторюсь еще раз. Почему? Как экономку отличить от этого? Рассказываю. Видите, например, амортизатор не новый, но он рабочий, вполне. То есть откручивалось, все проверялось. Также, например, сайлентблок не новый, но рабочий. То есть мы его тоже оставили. Вот принцип такой, тут не рабочего, в принципе, ничего нету. Резина новую поставили, хотя на экономке резины новую мы не ставим. Но здесь как бы поставили мы новую резину, потому что резина вообще здесь была лысая. Вот что человек получает, смотрите. Машина, еще раз говорю, фредлайнеры, это, парни, это такие, скажем, ну, ишаки, да, то есть, как сказать, ну, в хорошем смысле слова, трудяги. То есть фредлайнеры, в моем понимании, это, то есть, берешь эту машину и просто на ней зарабатываешь деньги, кормишь семью. Внешка тут, скажем, на троечку, косяки на машине есть, по пластику косячки есть. Ну, в общем, приятно, хорошая, по хороший вид. Так, сейчас покажу в салоне, что человек получает. Зеркала, смотрите, допустим. Сейчас это экономка, видим, эту зеркала не меняли. Хочет человек зеркала на капот, к примеру. Доплачивает, мы ставим зеркала, рога любые. Также боковые зеркала. Хочет боковые, хром, поставим хром. Это не проблема. То есть, ну, уже за отдельную плату, скажем так. Салончик, ничего особенного, друзья, ничего, абсолютно. Ничего особенного, просто. Все очень просто. Эти, конечно, моменты мы еще доделаем. Тут по мелочи работа есть. Здесь бортовой компьютер, но он не работает. Но мы с этого поставим обратно, скажем так. У меня он есть. Так что... Так, в основном все ближе к заводу. Все по заводу. Ничего такого этого нету. Тут еще, говорю еще раз, тут мелочевка всякая. Тут на 2-3 работа есть на этой машине. То есть человек, если хочет, говорит, мы, то есть то, что у нас в голове заложено и тоже записано, мы это все доделываем. Ну и в путь. Сейчас покажу под капотом, что творится у нас, да? Так, все. Вот подкапотное пространство. Тоже ничего особенного. Мотор делался на месте. Мы мотор не снимали, так как это экономка, на месте ремонтировали. Абсолютно все сделано. Все же должно работать. Работает. Ну все, что я могу сказать. Такой вот автомобиль у нас. Есть в наличии экономочка Фредлайнер. Кого заинтересовал этот автомобиль, обращайтесь. Ну все, друзья, в общем, вот такой автомобиль у нас в наличии. Кого заинтересовал, обращайтесь. Цена такой машины 3550. Так что вот так вот. Какие-то есть дополнения, человек, еще раз повторюсь, там рога, рога, зеркала по салону, перетяжка салона, к примеру, захочет человек, тоже все сделаем. 200 рублей денег и салон перетянем. То есть, ну, не я, там есть парень, который тянет 200 тысяч денег, он перетянет салон так, как хотите, хотите вы, по цвету, который хотите вы. Ну, то есть, от меня стандартный автомобиль, трудяга, фредлайнер для, в моих глазах, сразу скажу, это просто, они, как правило, эконом-варианты в Америке идут. То есть это самые простые машины. Это не элитные машины. По комфорту, по, по кайфу работы, по кайфу езды, скажем, даже вот эта Volvo, она будет комфортнее вот этого Фреда. Мягче, тише, Volvo, в любом случае, это поэлитнее, чем Фредлайнер. Не ждите от этой машины там кайфа, комфорта, не будет этого. Фредлайнер — это трудяга, который будет работать, он очень простой, надежный. Двигатель самый лучший, Detroit 27 стоит. 500 сил машина прошита. Вот такой вот Фредлайнер у нас в наличии. Кого заинтересовало, обращайтесь. Так, в принципе, все рассказал, все показал. Ходовка вся сделана. Ролик, кстати, по ремонту будет у нас, получается, в закрепленном комментарии и в ссылке в описании. Кто хочет посмотреть, что с ремонтом, пожалуйста. Заходите и смотрите, что на машине делалось. Ну все. Всем пока. Не болеть самое главное. Мирного неба над головой. Всем пока.